Женщины должны помнить, это заболевание может настичь каждую, кто не думает о своем здоровье. Сегодня Всеукраинский день борьбы с раком молочной железы. Это заболевание может появиться у любой женщины, только у одних риск заболевания высокий, а у других низкий. Не лишены этого риска и мужчины, но свыше 99% всех пациентов с раком молочной железы – это все же представительницы прекрасной половины человечества. Факторы, которые повышают риск заболевания – наследственная семейная склонность, поздняя менопауза, поздние первые роды или их отсутствие, прерывание беременности, фиброзно-кистозная мастопатия, ожирение, курение. Как и во всем мире, заболеваемость раком молочной железы в Украине растет в среднем на 1-2% в год. И в настоящее время в структуре онкопатологии женщин рак грудной железы занимает одно из первых мест. Каждые 30 минут в стране обнаруживается новый случай рака молочной железы. В целом в стране это грозное заболевание забирает жизни более 7,5 тысяч женщин по всей Украине. Такова неутешительная статистика, которая должна заставить каждую украинку ежегодно проходить необходимое обследование. На ранней стадии болезнь полностью излечима.